Привет, мой милый друг! Некоторые мои подписчики уже заметили, что у моего канала в недавнем времени был юбилей в 1000 подписчиков. Еще заранее я говорил, что устрою розыгрыш при достижении первого юбилея, где победитель сможет забрать деньги. А так как зрителей моего канала не так уж и много, то шансы на победу у вас, конечно же, довольно высокие. Но не будем тянуть время, перейдем к правилам конкурса. Кстати, ребята, внимательно слушаем, потому что, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо обязательно выполнить все условия данного конкурса. Первое условие. Нужно быть подписанным на YouTube-канал «В мире сказок», поставить лайк этому видео и под этим роликом оставить любой комментарий или смайлик, или вообще что угодно. Второе условие. По ссылке в закрепленном комментарии нужно перейти в мою группу ВКонтакте «В мире сказок» и подписаться на эту группу. Третье условие, и оно самое важное. В моей группе ВКонтакте вы увидите публикацию «Розыгрыш 1000 подписчиков». Необходимо поставить лайк этой публикации и оставить комментарий со словом «Участвую» и обязательно сделать репост этой публикации у себя на страничке. В общем, вот и все с условиями для участия в конкурсе 1000 подписчиков. Подбор победителя будет происходить в случайном порядке, и итоги розыгрыша я запишу и выложу у себя на канале, чтобы наглядно было видно, что конкурс проходит честно. Надеюсь, у вас не возникнут проблемы и вы сможете участвовать в розыгрыше. Желаю вам всем удачи! Не забудьте оценить мои истории про котиков на канале, оставляйте комментарии и поделитесь сказками со своими друзьями. Всем спасибо и до встречи!